В гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены». И сегодня, да-да-да, как вы уже догадались, по названию видео у нас обзор. Обзор вот такой замечательной новогодней красоты для интерьера, для создания интерьера, сказочного настроения, Новый год и Рождество. Ну, усаживайтесь поудобней, берите чашечку чая или кофе. Сегодня будет очень интересный обзор. Дорогие друзья, перед началом видео я бы хотела познакомить вас с замечательным каналом, который называется «Спасибо, шеф». Это канал Ильи Лазерсона, замечательный канал. Он запустил свой канал собственный. Это известный повар СНГ. Показывает свои секреты готовки и даже неизвестные многим другим поварам. И, дорогие друзья, я уже знакомила вас с этим каналом, говорила о том, что я его обожаю, и именно мясо, как готовить мясо, я научилась именно у Ильи. Также, кстати, на канале Ильи приезжают известные повара, и еще очень часто на канале проводят тесты кухонной техники, ну и разные там утвари. И уже по результатам проводят розыгрыши, да-да-да. Так что на канале очень интересно. Друзья мои, в конце видео я оставлю кнопку на экране будет, куда вы сможете, нажав, перейти и подписаться на канал, который называется, еще раз говорю, «Спасибо, шеф» Ильи Лазерсона. Ссылочку обязательно оставлю в инфобоксе под видео, в описании. Так что переходите, подписывайтесь, знакомьтесь с Ильей. И я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Всего самого доброго. И покажу вам видео, вот такое замечательное, которое называется видео «Кто не знал о винегрете, пожалуйста, заходите к Илье». Ребятки, в натуре винегрет. Только винегрет весьма праздничный, к Новому году прокатывает на ура. Ну что ж, дорогие мои, мальчики и девочки, или как я люблю говорить, мальчули и девчули, начинаем обзор. Я, как и обещала, показываю вам вот эту замечательную красоту. Как и обещала, показать еще, какой будет еще и рождественский стол, обязательно покажу. И именно начну вот с этой скатерти обзор. Потому что я вам говорила, что я буду покупать еще такую скатерть. Кто со мной, тот знает. Прошлое мое видео покупок скатерти новогодней и многого другого убранства для этих замечательных сказочных праздников, как Новый год, Рождество. И, конечно же, будет еще у меня стол на крещение. Я бы этого всего не делала бы уже так пышно, так вот красиво. Сделала бы, конечно, но не так. Но так как я блогер, так как вы ждете от меня, как я умею, увидеть мое умение, мой вкус, может быть, кому-нибудь чем-то я и помогу. Поэтому для этого я и делаю, и снимаю видео. Девочки, очень будет интересно, берите чашечку кофе, садитесь. Я вам покажу еще, как елочка там у меня уже стоит, но она наполовину украшенная. В общем, сейчас будет такой вот обзор, но с домашним эффектом. С домашним влогом вместе вот так вот. Что ж, эту скатерочку я купила, естественно, в твой дом, как и ту прежнюю. Вы сейчас, если кто желает, перейдет по ссылочке на видео первое, когда я показывала. Не буду сильно ее раскрывать, но она на всех углах вот с такими серебристыми звездами. Вот. С такими камешками на всех углах. Не буду я ее раскрывать. Здесь у меня 150 на 250, как та. Та точно такая же. Замечательное качество. Очень-очень красиво. Вы знаете, она вся вот поблескивает. Вся скатерть поблескивает. Даже сама по себе. Вот. Ниточка одна идет такая
Я вам хочу сказать, что, по-моему, если мне позволяет мое зрение увидеть это вот серебряные звездочки такие красивые из бусинок таких, а сама скатерть, вот там ниточка одна есть, золотинка. Сама она цвета шампанского, не совсем белого, но такого замечательного, натурального, красивого цвета, слегка такого кремового, слегка. Даже не цвет шампанского, более в белый, но есть что-то, есть. Поэтому я не буду ее раскрывать, вот она есть, и это будет красиво на рождественском столе, я обязательно покажу. А сейчас покажу вам тарелки, поскольку они тоже куплены в твой дом. Эти тарелочки я купила по акции, которые будут у меня на Новый год, не на Рождество. Вот эта вот красота, просто самая настоящая, что есть форма для запекания, овальная. В ней можно и запекать, в ней можно все, что хочешь подавать. Я в ней хочу подать заливное, чуть-чуть, и посадить поросяшку одну сюда, другую сюда. Короче, вы все это увидите на новогоднем столе. Вот такой, ну, чисто белый такая, ну, не сильно белая, опять-таки, с кремовым таким вот налетом. И, значит, вот такие тарелочки. Это люминарк, это настоящий люминарк, это не тот, что в фикс-прайсе. Вот такие тарелочки. Вы просто обратите внимание, какая красота. Белая тарелка с золотыми такими сказочными рисуночками. Посмотрите, мальчики. И девочка, два мальчика, по-моему, девочка катается на санках, с горы спускается. Вот такая красота будет у меня на новогоднем столе. Вот такая прелесть. Они идут по скидке, а сама вот эта вот тарелка, потому что вот так вот у меня будет, вот так я буду подавать. Это тарелки не очень глубокие, можно первое, но совсем чуть-чуть здесь будет. Это кажется, вот в камеру кажется. А здесь вот сплошные золотые звезды, друзья мои. Посмотрите, какая красота. Обожаю такую посуду, обожаю. Очень красиво. Вот такой будет праздник, вот с такой красотой. Я не буду все тут вам показывать, все они вот такие. Так, идем с вами дальше. Тарелочки я вам показала. Дальше мы начнем с игрушечек. А дальше уже пойдут игрушечки из магазина «Лента». Вот такие две варежки. Вот такие замечательные две варежки. Они золотые, с белым, ну, чуть-чуть красненького. Ничего страшного. Часто вижу, что постоянно все отбеливается. Девочки, это на мой вкус. Это я вам говорю, как мне кажется, что не весь дом должен быть украшен именно золотом и серебром. Хотя золото очень редко добавляет. Иногда вижу, девочки покупают какие-то вещички, какие-то зверюшки даже, и просто покрывают полностью в белый цвет. Мне кажется, это на мой вкус, что это иногда, вот на мой глаз кажется, что это какие-то мумии. Я все-таки люблю, чтобы какая-то яркая нотка где-то была. Есть моменты, где чисто белое, да, безусловно. Это как убранство новогоднее, снежная зима, все. Но я хочу вам сказать, что хотя бы один снегиречек на веточке где-нибудь должен быть. И я вам хочу сказать, что белый снегиречек — это не снегиречек, это мумия. Это мой вкус. Вот, потому что я как-то где-то показывала, я очень часто вижу на моих видео, что касается Нового года, часто вижу, пишут, что отвратительный вкус, типа. Это, конечно, очень печально, что человек вот так может высказать, потому что вкусы у всех разные. Вот, например, у меня вот такой вкус, и я такая, да, и я никому его не навязываю. Так вот, вы теперь уже знаете мой вкус. Вот он такой, обязательно где-то должно быть что-то, какая-то яркая нотка, вот. Конечно же бы я хотела сделать это очень шикарно, знаете, с фантазией у меня проблем нет, но, как и у всех у нас, вот такая проблема есть. Так, пойдем дальше, значит, варежки такие замечательные, затем вот таких два замечательных золотых олененочка. Вот такие красивые, вы их будете видеть еще в видео моих, в видеорецептах где-то я их поставлю рядышком. Они мне нужны будут на новогоднем столе. Девочки, очень красиво, скоро будет мастер-класс по центральной части стола новогоднего. Вот таких два замечательных. И, конечно, как же без этой красоты
Все же сейчас хотят, чтобы везде была эта хрюшка. Вот она тоже, и я ее купила. А купила я ее вообще только из-за вот того, что вот видите, какая она красивая. Здесь вот у нее камешки, на лапках камешки, на ушках камешки и хвостики из камешков. Очень красивые, и это тоже в ленте. Вот такая красота. Вот такая хрюшечка. Тоже буду ее ставить, когда буду снимать рецепты. Есть такие стресс, как бы снимаются и подушечки, и, кстати, две подушечки, две налочки хочу для зала купить тоже, чтобы, ну, пусть будут. Вот, как раз таки вот такие вещи, вот наволочки где-то, я не особо люблю, прям яркие, чтобы были красные, чтобы что это, не люблю, но нотка какая-то, надо по всему смотреть, по всей комнате, по всей гостиной смотреть, что присутствовать будет, и что-то убавить, что-то прибавить. Это я так рассказываю, как я люблю, а я вас не учу сейчас. Вот такая свиночка. Знаете, когда я покупала эту свинку, я не знаю, как вам это назвать, сказать, но продавщица такая пробивает и говорит: «О, вывелась из грязи, была такая вся страшная, была такая грязнуля, как она, чушка, и вывелась в люди, посмотрите-ка, заблестела на столах, ой, ее год, накакает она нам». У меня, простите, но я рассказываю четко, я пока она пробивала, я просто не могла, все люди стояли в строю в кассе, и они все упали от смеха, они настолько все смеялись, мы не могли все успокоиться, я вам сказала. Мужчина сзади стоит и говорит: «Вы думаете? Типа она нам нагадит, вы думаете?» Она такая: «Думай, думай, свинья, она везде свинья». Девочки, ну смеялась и вам решила, вот отодрала чуть-чуть. Или она настолько она качественная, что отодралась. В общем, вот так, девчульки. Так, дальше же в этой же ленте замечательно. Я купила все, девочки, честно скажу, все это по акции, уже по скидкам там было. Я не буду вам цену называть, не люблю это. Сходите в ленту и купите. Есть и скидки, есть и не скидки, цены нормальные. Это, не смотрите на это, потому что вот эти свечки я купила в прошлом году в фикс-прайсе, в этом году только поменяли батарейки, потому что она там прям даже растаяла какая-то такая, еле отодрали. Вот, нельзя оставлять их. Вот, прошел Новый год, отслужила, нужно их оттуда вынимать, иначе там все заржавеет и все вот это. Вот мы уже на нашем этом, так сказать, опыте, я вам хочу сказать, вот такие свечечки. И они будут очень красиво тоже на новогоднем столе вот так гореть. Я вам сейчас поближе, девочки, покажу. Ой, я тут на полу располагаюсь. Посмотрите, какая красота. Видите, какая свечечка. И всего лишь вот эта свечечка, это я точно помню. Так, это бумажку потом отдеру. Стоит, ну, естественно, я что сейчас говорю? Сама, не это самое. Услышала себя. Какая свечка? Не свечка, а елочка, подсвечник. А вот этот, подсветка, вот этот сзади, это из фикс-прайса. А так я чисто елочку, девчонки, купила. Вот такую елочку, две. И вот как раз-таки вот эта елочка и подсвечник. И именно стоит 45 рублей. Их было там три штуки. Вот я две взяла. И сейчас вот сижу себе и думаю, почему же я и третью не взяла. Могла бы кому-то подарить. Но я не знаю, я просто вот по деньгам смотрела. И то нужно было купить. И поэтому вот как-то так. Вот такой набор игрушечек для елочки. Я сейчас вам елочки покажу, которые я вытащила уже. Сейчас тур будет по квартире. Вот. Для маленькой елочки. Они такие красавные. Девочки, просто нет слов. Очень красивые. Маленькие. И хочу вам сказать, что они стеклянные. С ними нужно осторожно. Это стекло. Это стекло. Вот такие они разные. И такого же плана, и золотые. Ой. То есть, смотрите, белого, серебряного и золотого. Всех по одной штучке. Всех видов по одной штучке. Очень красивые. Особенно мне понравились шишечки. Посмотрите, какие они красивые. Я просто обожаю шишечки. У меня уже их очень много. Смотрите, какая прелесть. И вот эти вот крючочки у меня есть. Я покупала специальные крючочки, уже показывала вам, для того, чтобы повесить на маленькую елочку. Вот такая красота. Так, там же я купила по скидке тоже. Да, кстати, этот набор игрушечек стоит 99 рублей. Три бантика вместе. Тоже что-то в районе 90 рублей, по-моему. Три бантика. И
Три лошадки на елочку. Смотрите, какие красивые. Они здесь, значит, нежно-нежно-нежно такой розовый цвет. Прям вот совсем нежный. С золотом. А это серебристый с серебром. Вот такие красивые игрушечки, замечательные. Я приобрела в ленте. Очень рада этому, этой покупке. Вот такие три шишечки золотые. Я купила тоже там в ленте, они мне нужны будут для, в общем, для чего будут нужны, я вам покажу, не буду сейчас рассказывать. Вот такие бабочки я купила просто так, потому что они стоили копейки, вот, они разного цвета, подойдут обязательно, обязательно куда-нибудь подойдут, потому что куча комнат у меня, и она, что-то я сейчас высоко пошла, куча комнат. Есть и прихожая, есть и кухня, в спальне, естественно, вот такого цвета не будет, и так что есть и зал, будет куда все это поставить. Вот такую вещь я купила, она мне очень нужна для рукоделия, я вам покажу, не буду рассказывать о ней, и, по-моему, она стоит, и это, короче, я не купила я, это Артем, по-моему, где-то купил, потому что в фикс-прайсе не было, а мне это очень надо будет сейчас. Так. Вот такой вот веночек я купила, вот такой красивый, с ягодками, снегом будто припорошенный, тоже там. И купила я его тоже за 90 рублей, девочки, это недорого. Я его купила не прям таки, чтобы сейчас сразу на Новый год, просто зимний букет, зимой у меня будет. Я соберу снова корзину, которая у меня была в прошлом году, украшу и обязательно покажу. Посмотрите, какая прелесть. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day. И что еще? Еще я снова купила вот такие штуки. Они мне очень-приочень нравятся. Их можно добавлять куда угодно. Их практически не видно. И они горят вот так, девочки. И вот такую еще одну купила, длинную. Тоже. Так, запутались. Я их тут вытащила, чтобы, ну, не шелестеть. Вот. Очень мне нравится. У меня такие еще есть. Я с прошлого года вам показывала. Так, вот. Она такая большая. Это вот больше. Вот. Вот так. Это больше. Это я купила в Ашане. Вот, смотрите. Здесь горит теплый свет. Здесь, ну, в общем, два разных света. Вот такие красивые. Ими можно украсить все, что угодно. Девочки, горят они очень красиво. Видите как? Смотрите, какая прелесть. Можно даже, вот слышала, видела, что украшают даже деткам корону. И вот эту штучку, они легенькие, приделывают сзади. Вот это даже еще легче. Легче приклеивают сзади вот эту вот штучку аккуратно. И вот короны вот так вот светят у девочек. Очень красиво. Очень. И, конечно же, девочки, сейчас покажу вам, что еще я купила. И пойдемте смотреть спальню. Ой, спальню говорю. В зал, как я все повытаскивала сейчас, вот буду тоже делать всю красоту. Вот еще что купила. Купили мы это в обычном магазине, в торговом центре. Вот эти бутики вот так вот. Но они есть везде, они есть и в Ашане, везде есть. Здесь 4 метра или 5, не помню точно, ну не так уж это и важно. Звездочки. И еще набор подарочки. Я сейчас покажу их вам на елочке. Тоже горят они очень-очень-при-очень красиво. Сейчас я покажу, как они горят. Вот так. Сейчас тут недалеко у меня есть розеточка. Вот так, девочки, горят красиво. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая красота. Видите, как горят? Красиво, правда? Ну что ж, девочки, пойдемте дальше.
экскурсия. Начинается экскурсия. Показ, что буду делать, что уже поставила. Честно скажу, я просто поставила многое чего, выставила. А потом я уже буду смотреть. Я люблю так вот все выставить, расставить кое-где и потом уже отсюда отталкиваться. Потому что скоро я буду уезжать к дочке, и мне некогда это будет делать. Ну что ж, девочки мои дорогие, вот кучка замечательных покупок, которые я совершила в трех, наверное, магазинах. Так, показываю сразу. Все просто выставила, все выставила. Вот, все просто стоит. Тут я много чего убрала. Поставила елку. Вот эти вот шары, которые я уже вам показывала. Сейчас я включу. Еще я буду тут все украшать. Это пока все стоит. Вот так вот они горят красиво. Так вот, пока у меня все вот выставлено, это ничего не расставлено, просто я поставила, потому что я убирала, уносила отсюда цветы, и на окошке, ну, тут я хочу тоже украсить, тут будут огни, вот, пока вот так вот и все я поставила на окнах, фиалочки, девчонки, обязательно, обязательно уже все отцвели, срезала, и пошли по-новому, куча-куча всяких разных, будут все цвести снова, только срезала, здесь вот, еще не посрезала, но надо. И вот такая вот ваза у меня будет, я каждый год собираю, но это мало еще, что тут есть, мало всего. Вот, поэтому тоже вот эти штучки горят. Ну, хочу показать вам, не знаю почему, но кто, наверное, Артем, туда, я туда не складывала. Вот. Видите, вот эти штучки, венички такие, или я не знаю, как называются, веточки такие, они тоже горят и тоже мигают. Видите? Вот. Тоже я расставлю аккуратненько, пусть пока стоит. И здесь еще будет добавочка у меня, такие вот яблочки, серебряные яблочки, белые и вот... такое перо. В общем, много сюда еще чего положу. А здесь у меня вот эта вот такая воздушная лента. Я еще ее вот так вот сделаю. А может быть, не может быть, а я так и хочу вот дополнить желто-серебряными. Там будет низ. Или в перемешку шариками вот такими вот. Чтобы было либо бело-серебряными, либо желто-серебряными. Вот как-то так. Вот. Здесь вот, вот так вот будет в этой вазе. Здесь все стоит вот так, ждет, ждет, ждет моего творчества. Все стоит. Моя замечательная вот эта тарелка красивая, которую я в прошлом году делала, она тоже светится. Где тут вот этот огонечек? Так, ну, наверное, чтобы не получилось видео длинное, девочки, я не буду показывать. Там вот сзади включается свет и в домике, горит. Вот, пожалуйста, вот. Огонек с проводком, вот он здесь тоже, видите, у меня приклеен по краю. Своего рода такая тарелка сказочная, домик и каток, посередине каток, вот так изобразила я. Это все мне нужно для декорирования будет. Вот пока вот все стоит. Это я вам уже показывала. Эти елочки с того года. Вот одна голубенькая такая. А это серебро с белым. Вот. Вот такая красота. Это моя. Я собрала. Все это купила. Это все собрала я сама. Вот. Также и здесь. Пока все стоит у меня. Все, вот из этого у меня будет композиция на столе. Ну, в общем, все это покажу я. Ничего еще такого не делала. Все гирлянды, все приготовила. В общем, пока в спальне вот так. Пока в спаленке вот так. Так, ну что ж, идем дальше.